И что это у нас за чудо техники такое? Это очень удобный микротоковый массажер для лица Ага. и шеи. Он реагирует вот при соприкосновении с телом, так он не работает. Ага. Тут специально идут волны, которые реагируют на тепло и на наши клетки. Очень эффективен от морщин, Ага. стимулирует кровоток, укрепляет мышцы. И получается, благодаря микроволнам активизируется коллаген нашей кожи. Да. И уже через 3 недели заметна свежесть лица, омоложение и сокращение морщин. Это каждый день надо или по несколько раз в день? Да, это в течение 10 минут каждый день во время вечернего ухода. То есть после того, как мы очистили лицо, нанесли тоник, наносим питательный крем и проводим по массажным линиям. Ой, а здесь что это красное? Это второй режим, более мощный. А-а-а. Вот еще есть режим. Он вообще более слабый. Ой. Ага. А как выключить? А нажимаете, удерживаете кнопку, он выключится. Вот. Все, поняла. Заряжается от USB. Вот то хотела спросить, как да, здесь заряжать? Вот USB зарядка. О, удобно. Достаточно 2 часов для заряда и удобно брать с собой, то есть это массажер, который в путешествии удобно брать. Ну и в руке, если ты попробуешь подержать, очень удобно. Ну да, да, я вот держу, приятно его держать в руке. Такой гладенький, легкий. Да. Ну, приятная вещь, приятная. Интересно, интересно. Теперь самое главное еще и результат посмотреть. Ну да.